Микрофонная система SkyDisc MicVL20. Радиосистема беспроводных микрофонов. Комплектация – это два радиомикрофона, микрофонное базовое устройство, переходник для подключения с большого джека 6,3 на маленький, провод зарядки. Инструкции. Прежде всего, эта модель интересна базовым устройством, его габаритами. Совершенно простое устройство, никакой настройки при подключении не требует. Микрофоны уже подключены. На базовом устройстве есть кнопка включения-выключения. Вот, включена. Есть разъем для зарядки. Аккумулятор 18650, стандартный. Он заменяемый. Точно такие же два аккумулятора в каждом микрофоне. Можно поставить больше емкости аккумулятора при необходимости. Собственно, это устройство подойдет для аниматоров, для выездных мероприятий за счет своей простоты и за счет своих габаритов. Микрофон SkyDisc WL20 имеет классический дизайн, поэтому он, в принципе, отличим легко будет на видео. Будет понятно, что у вас в руке, что у вас микрофон и не какое-либо там другое устройство или предмет за счет головы под хром, ну и черные ручки, да. Как я и сказал, подключение не требует настройки каналов, все уже подключено, достали из коробки, он уже работает у вас. Как и я уже ранее сказал. А, ну что здесь, на индикация заряда есть. Частота здесь показывается, ну так, на которой он подключен по умолчанию. Питание у микрофона, как я говорил, аккумулятор 18650. В принципе, можно увеличить емкость за счет приобретения более дорогих и установки аккумуляторов. Ну, это тоже можно сказать плюс. Здесь у него разъем для зарядки.